Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impout, а мы продолжаем играть в Jurassic World. Я вот тут вот смотрю в своем списке новостей, то что время турниров, идет вот какой-то новый турнир за какого-то динозавра. Ну, разумеется, мы поучаствуем, как же без этого, очки доверия. Ага, иди нахрен. Не буду я покупать. Я ни одной копейки в эту игру не ввожу. Такс. Вот у нас тут с прошлого стрима сквозавр вылупился. Так, тиранозавр. Надо будет покормить еще тиранозавра. Это мы сделаем потом. Так, еду. Надо больше еды. Так, вот и сама еда. А, обычными, да? Ну, давайте. Старт 1 рубль. Смешно. Слушайте, мне нравится. Старт 1 рубль. За наборы еды подеремся, потом в турнир. Сейчас вынесу всех направо и налево и все. Даже... Никакого хп не отняли, не успели просто даже урон-то нанести. Весело. Такс, еще один раунд. Интересно, осилит? Да нифига не осилит. Ну вот еще на подтверждение. Хотя с аргентинозавром сейчас будет, конечно, проблемка небольшая в сражении. О, пока. Покажем? Да, пока. Конечно, пока. Даже без пока-то. Ой, кусака, боюсь тебя, просто жесть. Хотя зря второго взял, могли без второго зарешать. Самое главное, заметьте, у меня что-то из обычных динозавров, только вон гибриды остались. Так, а вот и мой набор. Еда. Еда, еда, иди ко мне сюда. Вау, вау. Вот так мне дали еды. Ни хрена себе, вы только посмотрите на это число. Это просто жесть. Не, сразу откармливать моего героя. Должно хватить сейчас на 38-й. Или не хватит? А, хватит. Хватило на 38-й. А еще надо купить мне еще одного энтиладона. Я буду ему эволюцию делать.
О, красавчик, держатка. Так. Ага, за монеты тебя найдем. Очки наверенные. Везде. О, мясо. Супер. Можно еще сейчас покормить. Вот так. А теперь в турнир. Где турнир? Мне же обещали турнир. Хм. Нет турнира. Очень интересно. А где же тогда турнир? Все, вон пишут новости. Турнир. Время турниров каждые выходные. А, каждые выходные. Окей. Давайте кабана покормим. Ты мой хороший. Вкусно, да? Вкусно, свинка ты моя. Фантастическая. Так, ладно. Тебя найдем. Столько мяса. Вот смотрите, еще одна кормежка будет 39 уровень, а потом уже 40-й и все. Индоминус Рекс, здравствуй. Так, тут нам можно и с водоплавающими, и не водоплавающими. Давайте вот тут посражаемся. Чё, пару боев сыграем и все. Ой, а чё ж я не поменялся? Надо было поменяться, ё-мазай! Это ошибка, мне стоило его атаки. Так, а он тоже щит поставил, да? Какой ход? Ну ты, ну бас. Ты лохотрон. Ой, а я тоже, ну бас, смотрите. Как так? 4 хп осталось, и он еще живой. Дурачок, вот ты дурачок, а. Олень тупой. Давай свои, где там они? Пусть налетают. 4 хп снести не успел. И чё? Думал, убил, да? Ну, Басик, жаль, что мне не под 90 атака, а то б тебя сейчас вынес нахрен. Ну, не под 800. Точнее, не под 900 атака. Это родной гибрид какой-то. Сначала давайте Индоминус Рекса сделаем, а потом я подумаю, кого еще можно сделать. Из гибридов. В принципе, можно и сейчас глянуть, кого хотя бы на глаз взять на прокачку. А лучше не надо.
Да, лучше не надо, зачем? Сейчас мне... И сейчас, смотрите, мне выпадает набор. Пацаны, вы походу я Ванга, слушайте. Набор. Я точно Ванга. За это лайк просто ставить надо. Лайк, я предсказатель. Пьедестал из янтаря. Вообще, каких мне гибридов можно сделать? Вы у меня есть, да, вы мои самые хорошие гибридики. Вот тебя, кстати, лимнаринг можно до 40 прокачать. Так, ты нахрен не нужен. Ты. Ютараптор 40 уровня, плюс спинозавр 40 уровня. Ага. А, ну ты мне не нужен. Ты. Саркозух 40-го. Плюс кувазух. Угу. А давайте мне кого-нибудь просто редко. Вот ты вот простой. Иритатор. 40-го, Дима. Ага. А если у меня иритатор? Вот это вот главный вопрос. А, иритатора у меня нет. Так, а чё мне там задание было? Садить на дигазавра. Зачем? Семерых. Ну, вы мне задание подвесили. У меня так целую вечность. Возиться. С вашими заданиями. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписались. Ставьте пальчик вверх, и я вам скажу свою фирменную фразу. Всем удачи, всем пока.